Всем добрый вечер. Сегодня у меня краткий обзор последних покупок от Dior. И я, несмотря на то, что я пытаюсь немножечко так притормозить в своих, как бы, желаниях и покупках, приобретениях, просто по той причине, что нужно иметь совесть. И нужно, конечно, немножечко тоже посматривать то, что у нас уже есть, понимаете? То, что новое происходит, это, в принципе, вот то же самое, что как мода. Это хорошо забытые старые. И поэтому я уже стала очень придирчиво присматриваться к тому, что вот новые выпуски, новые релизы проходят через, так сказать, ну, основные бренды, там Dior, Chanel, новое вот это все, новое. Оно не новое. Я увидела очень много повторов того, что было как бы уже сделано раньше и в других названиях, в других сочетаниях, но тем не менее это все очень похоже, и я стала так, ну, немножечко поосторожнее. Я пытаюсь купить вещи, которые действительно новые, действительно новая формула, новая какая-то концепция чего-то, и также уходовые, самые лучшие уходовые. Я вчера, сегодня говорю моей сестре, я говорю, ты знаешь, у меня была дилемма очень много недель, я рассуждала на тему, мне покупать все-таки уходовую косметику Dior Prestige или Chanel Sublimage, потому что простые, как бы, вот они работают хорошо, но это все равно не дает такого эффекта, как Dior Prestige или Chanel Sublimage. Я должна сказать, что они очень похожи, на самом деле, это очень похожие формулы, там действительно очень высокого качества сырье, материалы действительно, знаете, самого высшего качества. Я уже проследила все, что делается в Dior, что делается в Chanel, и я... При том, что я одинаково удовлетворена, как бы, качеством, я стала просматривать свои старые видео, верите, нет. Я посмотрела свои старые видео, и я решила, что все-таки Sublimage у меня, мне дает как-то более какой-то ощутимый, видимый результат, чем, например, Dior Prestige. Dior Prestige – шикарная вещь сама по себе. Мне очень нравится вот этот очищающий бальзам, который становится как молочко при нанесении теплой воды. Я вам это сейчас покажу. Вот. И показать вам, что я купила. Из коллекции Chanel я не купила ничего нового в этом году, потому что мне не кажется, что там что-то фундаментально, так бы, знаете, такое новое. У Dior появилась пара интересных вещей. Значит, они сделали вот этот, называется, максимайзер. Это как бы хайлайтер, который... как кремовый. Вот такой. Я его попробовала в этом, в Диоре, когда я пошла на этот мастер-класс, помните, да, с которого я убежала. Значит, мне очень понравилось. Мне понравилась текстура, мне понравилось, как это выглядит. Вот я вам покажу сейчас. Значит, это... Вот такая... Очень нежная отцветка, и как тени можно, и можно как, конечно, хайлайтер. Очень приятная, очень такая subtle, никакого там такого ярко выраженного шиммера или какого-то, каких-то частичек таких вот сияющих, такого нет. Вот, то есть очень мягкая такая гладкая вещь. Вот это вам хочу вот это показать. Это номер Pink. Pink. Господи, по номерам не знаю. В общем, это Pink, это розовый. Я также насмотрелась, наслушалась. Очень много блогеров много говорят о Lip Maximizer. Lip Maximizer мне не нравится из-за того, что ощущение вот такого там, такого... покалывание какого-то, знаете, но губы смотрятся очень красиво. Я купила первый номер 066 Shimmer Candy. Я купила Shimmer Candy. Вот такой цвет. Очень красивый, очень приятненький. Вот, но... у меня очень много всяких блесков, и поэтому я как бы особо сильно не стала разбегаться здесь, так сказать, на полной скорости, потому что можно было купить и розовый, и персиковый, и все такое. В общем, я это не стала делать, потому что просто, ну, так сказать, в целях
соображения здравого смысла. Вот. Вот я, честно, несла на губы, и да, такой немножко ментоловый какой-то есть привкус, прохладный такой, приятный. В общем, посмотрим, что это будет. Вот это бальзам, как бы, это очищающий, который убирает косметику. Я его, уже у меня была одна банка, она у меня практически кончилась, я ее куда-то забельшила после ремонта. Я ее так и не могу найти. В общем, я решила, ну, она уже точно года два есть. Я решила, если я найду, я ее допользую, а, в общем-то, решила купить новый все равно. Это Prestige. Мне очень нравится косметика. Она действительно прекрасная, у нее шикарная формула, она очень добрая кожа, и все это просто чудесное. Это вот. Это очищающий бальзам для снятия макияжа. И здесь дается лопачка такая маленькая. Вот. Вот так. Вот это я уберу наверх. И поскольку я умудрилась перейти за барьер Silva, у меня теперь золотое членство. Они мне написали письмо. Здесь все написано. И мне прислали подарок. Подарка два в каких-то странах. Значит, это, я даже не знаю, что это такое. Это... Вы знаете, всю неделю лежала, у меня не было времени никак. Что ж такое? Какая звезда. А, это Dior, с Диором по всему свету. Вокруг света. А что с ним делать-то? Куда-нибудь повесить надо, наверное. Так что ли, получается, что надо повесить. Вот так. Dior по всему свету. С Диором вокруг света. И вот это... Я тоже пока не открывала, потому что пришло это все вот пару дней. Ну, в общем, это тот же самый подарок, как мне дали тогда в Диоре. Это сумка. В этой сумке я ношу ланч. То есть я приберегу. Хорошая сумка для шопинга такая, универсальная. Вот, написано здесь Christian Dior Round the World. По-английски, кстати, написано. Christian Dior Round the World. Карта. Кто-то сказал, что можно хранить белье. Подушить и хранить белье. Но, в принципе, это очень такая, она тяжелая синтетическая сумка, которая... Ой, не могу вытащить духи. Сейчас я вот так сделаю. И это 10 миллилитров. У меня же такой подарок есть один. Вы его помните? Я его показывала несколько недель назад. И что-то это застряло. В общем, это Miss Dior, по-моему, Bloom, что-то там... Какой-то Blooming Bouquet. По-моему, вот так называется. Сейчас я его не вытащу никак. Он тут очень сильно засел. В общем, ладно, значения не имеет. В общем, вот такая штука у меня есть. Теперь все. Это я поняла. Что это такое? Еще, девочки, я купила. А, здесь у меня пришло пара как бы тестеров. Сейчас покажу. Пара тестеров вот этих. Это... Это Prestige сыворотка Micro Nutrient Regeneration. Exceptional Regenerating Micro Nutritive Serum. Ага. Попробуем. Опять в командировку еду 25 числа. И здесь еще у меня мне прислали вот такую штуку. Это вот эти же самые... максимайзер как хайлайтер, то же самое, но в других трех цветах. Это Rosy, Gold
и бронз. Вот, посмотрим, как они у меня как бы пойдут с этим. Я уже поняла, что розовый мне очень приятно идет. Рози, он как бы довольно интенсивный. Вы видите, этот цвет, он такой вот, не очень как бы... Рози, это как Rosewood, наверное. Вообще есть 6 цветов. В общем, у меня вот 3 вот этих. Плюс 4 я купила розовый. Pink. Вот этот. И еще какие-то 2, видимо, там есть. Не знаю. Вот это мне очень любопытно, вот эта штука. Это Capture Total. Hila Shot. Гиалуроновый как бы впрыск. Который как бы распрямляет морщины. Вот это я, ну, не знаю. Это, конечно, не распрямляет морщины. Это, конечно, штука, которая создает такой, напухляет как бы кожу, да, вокруг. И морщины, они вроде как бы исчезают, но они не исчезают, потому что просто слегка разбухает кожа вокруг. И поэтому создается впечатление, что морщины исчезают. Но на самом деле этот трюк известен давно. Всем, кто знает про кожу, про продукцию для морщин, поймут, о чем я говорю. Поэтому, ну, интересно, попробуем, потому что здесь как бы вот, ну, на пару раз, наверное, хватит, посмотрим. Посмотрим, как дела пойдут. Девочки, теперь гость программы. Я купила себе шарф. Я смотрела, в общем-то, получилось случайно. Я смотрела коллекцию 2024, год, вот этого года коллекцию, что в мейкапе. А мне вышла коллекция одежды. И я стала смотреть просто ради как бы, ну, интереса, какие темы, какое что, и думаю, из одежды, в принципе, вы знаете, что я дама как бы люксовского размера, из диорской одежды мне лезут только шарфики и сумочки, ну и туфли, вот, и поэтому я обратила внимание на шарфики. Значит, вот этот шарф, я не выдержала, я его купила, потому что он такой красивый, он такой чудесный, это 90 сантиметров, 90 сантиметров шарф, квадратный. Сейчас я свечку уберу на всякий случай, а то у меня здесь будет несчастный случай, потом все. Вот. Вот такой рисунок. Стоит это удовольствие 395 фунтов. Это дорого, конечно, но вот такие вещи – это на всю жизнь. Очень плотный шелк, очень такой он, конечно, по стоимости, вы знаете, вот если подумать, конечно, этого не стоит. Это просто бренд, это то, что мы платим за имя, за качество. Очень плотный шелк, вообще очень такой интересный. И я буду это носить, я буду носить это постоянно, все время, везде. Я буду радоваться жизни и перестать экономить и складывать. Я недавно ходила на работу, у меня был Hermes шарф вот такой. Ну, знаете, такой классический, красно-черный. Красный, что-то там синий-золотой. Вот. И сразу я себя чувствовала по-другому, потому что люди, знают, что видят красивый шарф, относятся к тебе по-другому даже как-то. Я не знаю, может, это я. Может, я что-нибудь так соображаю, девочки, но вы поймите, что... С возрастом уже приходит ощущение и осознание того, что жизнь, она не вечна. Мы долго здесь не будем как бы суетиться. Дай бог еще, ну, самое большее, я думаю, ну, может быть, мне, может быть, лет 35-40 есть, да? И этот шарф я за 30 лет не изношу все равно, но буду носить. Вот, и поэтому нужно делать сейчас то, что у вас есть, то, что у вас шикарное стоит. Пейте из красивой посуды, пейте из красивых хрустальных бокалов, пейте из красивой фарфоровой, фаянсовой, там, фарфоровой, тонкого фарфора чашечки, пейте кофе. Радуйте жизни, потому что по-другому это не смысла не имеет. Жизнь короткая, слишком короткая для того, чтобы что-то там ждать, экономить, откладывать на потом. Это у меня на особый случай. Особых случаев может быть еще только 2 или 3 в жизни. Понимаете как? Вот поэтому вот надо все это. Вот я его возьму в отпуск, этот шарф.
У нас с Ричардом отпуск предстоит в конце апреля. Мы едем на наш серебряный свадьбы юбилей в Тенериф. Вот сегодня я упахалась. Я сделала столько цветов. Я посадила около работы. У нас там бордюры всякие эти. Там посадила, 2.5 часа копалась. Вот, в общем, никакая я. Вот так. Вот это я хотела вам показать. Интересные вот эти... Давайте сочи, что ли, сделаем. Давайте сделаем сочи. Потому что это как бы, ну... Новая продукция. Вот новый продукт, понимаете? Здесь как бы, ну... Не знаешь? Так, это голд. Голд. Он действительно такой. Он действительно такой голд. Ну, какой весь. Интересный. Дальше у нас есть. Это бронз. Но бронз это, наверное, уже не как хайлайтер. Это уже как бронзат, наверное. Понимаете? Это не хайлайтер. Ну, какой. Какой же хайлайтер? Еще тот. Его можно использовать как тени тоже. Так, это рози. Рози это розоватый такой. Угу. Но он, тем не менее, он такой, знаете, интенсивный. Вот. В общем, я правильно, что я купила пинг. Это не хайлайтер, это уже как бы... Это уже как бы румяна получается, да? Вот. Голд, бронз и рози. Пинг. Давайте намажу рядом, чтобы вы видели. Раньше я его купила. Вот он мне самый то, что надо. Хайлайтер. Там еще есть Pearl, и там еще есть еще какой-то. То есть всего же да, 6 цветов. Очень нежный запах. Запах есть. Очень нежный, приятный. Ну вот и все, мои хорошие. Вот это мои покупочки. И вам спасибо за то, что вы смотрите меня. Спасибо за ваши комментарии. Одна написала, Мария Петрова, мое последнее видео, где я делаю шанелевский вот этот бронзат, я пробую. И чего старые, типа того, что тетеньки... Какой-то такой у нее блогеры косят под молодых. Кому интересна ваша косметика? Ваша косметичка. Чего вы типа того, что косите под молодую? Смешно это. Я написала. Кому интересно, посмотрите там комментарии. Там я написала тоже. Без меня еще. Вот я написала, что, во-первых, я ни под кого не кошу. Я написала, что это макияж для 50+. И что вы глупая девушка, потому что вы читать не умеете. Потому что написано «макияж 50+». Не написано, что 25. Вот. И что мне очень счастливо. Я приятно, мне приятно быть самой собой в моем возрасте. И я вам того же желаю в мои 58 лет. Так что до свидания. Вот. Ну, в общем, есть вот какие-то комментарии такие. Но я благодарю всех, потому что вы смотрите, вы интересуетесь, вы меня поддерживаете. Спасибо вам большое, девушки. Я сегодня без... пульса, я не могу себя показать. Ну, я, в принципе, так нормально я выгляжу. Я сегодня покрасилась. Я постриглась опять сама себе. Я сделала полегче немножко стрижку себе такую. Вот, как-нибудь я на той неделе, наверное, покажусь. Значит, 25-го я еду опять в Брюссель. Ну вот, вот я вам все показала. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием отвечу. И пока сейчас до новых встреч. Ну все, пока.